Церемония открытия состоялась 31 августа в холле главного корпуса Казанского федерального университета. Начиная церемонию открытия, Ильшат Гафуров отметил особую роль взаимодействия структуры университета в процессе реализации проекта. КФУ «Стор» — это совместное детище департамента пиара и рекламы и профсоюза университета. Эта структура, называемая профсоюзная организация, эта структура все-таки хоть отдельно юридическим лицом является, но это структура нашего университета. Мы неразрывны друг с другом. Поэтому мы долго с профсоюзом там, в предыдущие годы говорили, чем мы должны заняться. У нас есть намерение и наши базы обустроить. Когда работаешь в паре, тогда все получается. Когда работаешь каждый сам для себя, ну, тогда и работаю. Поэтому выборы последние с третьего раза мы Евгения Николаевича избрали. Поэтому сегодня наша обязанность продвигать совместные наши проекты. КФУ «Стор» был знаком покупателям и до ребрендинга. Магазин фирменной продукции КФУ уже существовал. В этот день он открылся в обновленном формате, при этом расширив свои задачи с простого магазина до зоны приветствия. Это не просто место розничной продажи. Теперь гости КФУ смогут не только приобщиться к корпоративной культуре, но и получить информацию о проектах и институтах. Это новая редакция магазина брендовой продукции университета. Предназначена в первую очередь для того, чтобы все сотрудники, студенты, абитуриенты, родители могли зайти, посмотреть и получить необходимую информацию, поскольку здесь и консультационные услуги могут быть оказаны, и купить какую-то привлекающую их одежду, футболку, сувенир, блокнот, книжку и тому подобное. В планах преодолеть розничную продажу и выйти на мелкооптовую торговлю. Кроме этого, уже скоро заработает и интернет-магазин КФУ «Стор». Данный проект поможет не только сделать КФУ более узнаваемым брендом, но и пополнить университетский бюджет. Олег Кашин, Аделя Шамилова, Лев Халиуллин, Универньюз.